театре на Левом берегу все готово к приему зрителей и к открытию нового зала, который распахнет свои двери во Всемирный день театра. Актеры репетируют праздничный капустник и пригласили мэра. Анатолию Локтю показали все помещения нового театра, от гардероба до буфета. Станислав Якушевич тоже увидел новую сцену главного театра Левобережья. На этой сцене даже поклоны они репетируют с особым чувством. После нескольких лет скитаний по домам культуры актеры театра на Левом берегу наконец обрели родную сцену. А свою костюмерную хранят как зеницу ока и чувствуют себя за кулисами как дома. Я ключ не оставляю. Это костюмерная. Здесь на 1,5 миллиона. Мэра, как почетного зрителя, ведут маршрутом традиционным. Из гардероба в буфет, который станет еще и местом проведения театральных вечеров и творческих встреч. Пока тут разместили фотографии из гастрольных поездок. За 20 лет театр объездил весь мир. В Тунисе мы были в таком городе, где выступали, играли спектакль, где не то, что там русских, там белых-то очень редко видят. Показывают мэру и как обустроились звукорежиссеры, художники по свету и другие технические службы театра. А за сценой, как используют каждый свободный метр. Это мужская гребенка, та женская, и вот здесь будет столик небольшой. То, чтобы понять спектакль, там есть. Вот, и там есть еще выход на улицу. В зале, рассказывает директор театра Елена Гущина, удалось сохранить главное – уникальную акустику. Ее не испортили ни кулисы, ни ковровое покрытие сцены, ни новые кресла. Рядов немного, 9, и они распределены очень так широко по кругу, и получается, что играем прямо вот на пятачке, на ладони. Все это видно, все слышно, в шаговой доступности от зрителя, да. Реконструкцию зала провели максимально бережно, но даже косметический ремонт обошелся городскому бюджету в 6 миллионов рублей. Особо планировку-то не надо было менять. Ну, тем не менее, сцена, современное оборудование, освещение, все это сделано. Видите, кресла удобные. Я надеюсь, зритель это все оценит. Мэр поздравил актеров с новосельем. Те, в свою очередь, пригласили Анатолия Локтя на премьеру. 21 апреля на новой сцене театра начнутся показы спектакля «Сорочинская ярмарка» по прозе Гоголя. Станислав Якушевич, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!